Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Канализации нету, водопровод старый, дорог нету. Причем, почему наши дети должны вот в этих лужах купаться? Не помыться, не поесть. 14 домов по улице Районная остались без питьевой воды. Возмущению жильцов нет предела. В Карагандинской области все пустующие земли в скором времени будут реализованы. Нурбубина Урызбаева прибыла в область с рабочей поездкой. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между акимом Карагандинской области и председателем правления ЕНПФ. Жители улицы Районная утверждают, что у них более 15 дней нет питьевой воды. А все потому, что на этой улице водопровод не менялся уже 25 лет. Хоть улица и находится недалеко от центра, условия здесь ужасные. Я сейчас позвонила ей, водоканал, она мне говорит, вы пойдите купите у соседей 3 куба воды. Это что за отношение, за такое к людям? Елизавета Спиридо выросла в этом районе. Она живет вместе с детьми и внуками. После детского сада не могу нормально накормить внука, возмущенно заявляет женщина. А все потому, что проблема воды для местных жителей больная тема. Водопровод не менялся с советских времен, утверждает Елизавета. Не можем ни помыться. Я привела внучку, она живет с нами. Я не могу ребенку руки помыть. Я не могу ребенка напоить водой. Элементарно я не могу вечером ребенка покупать, чтобы приготовить ребенка завтра в садик, чтобы ребенок пошел завтра в садик чистый. Воды у нас нету. Я звонила сегодня в водоканал, они сказали, что они не закрывали. Я позвонила в акимат, акимат сказал, мы звонили в водоканал, у них такой информации нет. Они воду не закрывали, а в действительности соседи сказали, что был водоканал. На этой улице, помимо питьевой воды, также есть и другие проблемы – отсутствие канализации и асфальта. Во время сильных дождей по улице с трудом проедет автомобиль, не говоря уже о людях. Жители вспоминают ситуацию, когда машина скорой помощи останавливалась далеко от этого района, и дальше врачам приходилось идти пешком. Все потому, что здесь плохая дорога. Когда сюда машины заезжают, они просто нереальные дороги у нас здесь. Нереально. Ни скорой, ни такси не заезжают. А по весне, по осени бывали такие случаи, что здесь дорога до такой степени валится, что скорая останавливается здесь, допустим, и туда идут врачи пешком, да. Это действительно так и было. Ликвидировать аварию в момент ее возникновения не было возможности, так как все бригады были заняты подготовкой водопроводных сетей к дезинфекции, заявили сотрудники Карагандысу. И во избежание подтопления домов улицы Районная бригада закрыла задвижку на аварийный участок водопровода. Впоследствии этого напор стал меньше, отметили сотрудники. 13 июля текущего года дежурная бригада Центрального цеха водоснабжения Карагандысу обнаружила аварию водопроводной линии по улице Районная. Из-за возникшей аварии в домах этой улицы был слабый напор холодной воды, но воду мы не отключали. По улице Районная проходит водопроводная линия диаметром 100 мм, длиной 690 метров. В Карагандысу уверили, что ремонт закончат в ближайшие дни. Также обещали заменить старый трубопровод на новый. А пока жителям этого района приходится сидеть без питьевой воды. Мирамгуль Салкимбаева, Жарагибаева, Жаслан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Драка между работниками двух автобусов произошла на остановке «Боулинг» в Караганде. Водители двух 29-х маршрутов одновременно прибыли на остановку и не поделили между собой пассажиров, после чего возникла потасовка. Пассажиры же тем временем запечатлели все происходящее на камеру. На видео можно разглядеть, что дерутся не только водители, но и кондукторы. Вместо того, чтобы разнять разгневавшихся водителей, они сами же приняли активное участие в потасовке. Как выяснилось, один из водителей выехал в тот день в рейс впервые, а второй работал на протяжении нескольких лет. Однако уволить пришлось обоих. Вон, тише травы, ниже воды, таких людей бы побольше было бы. Но в знак того, чтобы другим было неповадно, пришлось обоих уволить с сегодняшнего дня. За дисциплину мы будем бороться жестко, потому что культуру среди водителей и кондукторов надо поддерживать на высоком уровне. Хотя и пассажиры попадаются такие, что палец в рот не ложи, нахамят, нагрубят, еще на тебя пожалуются. Жестко вот это увольнение, перестановка, если на дачные маршруты, это будет для них сильно больно.
То есть увольнение по статье, да? Увольнение, конечно. Кроме того, уволили и кондукторов, которые принимали участие в драке. Как отмечает Анатолий Закевич, главное – это сдержанный характер и психическое спокойствие. Ведь сейчас водителям приходится нелегко. Бесконечные пробки, ремонт дорог. Автобусы старые, постоянно ломаются, а запчасти дорожают. Но об обычных правилах этикета забывать не стоит. Маршрутные такси, конечно, ведут себя не очень. Перегоняют все. А автобусы нормальные. Служение ничего, но иногда билеты не дают. Очень часто вижу, как автобусы соревнуются. Это все из-за плана. Им ставят специальную норму, вот они и выполняют. Страшно, конечно, когда высокая скорость. Боимся, ну а что делать? Долго слишком ждать приходится. Угу. Вот это самое главное. А обслуживание кондуктора-водителя? Ну, знаете, в некоторых автобусах проявляется хамство, а в некоторых прям культура. И еще хочется сказать про молодежь, которая никогда не уступает место старикам. И кондукторы некоторые на это обращают внимание, некоторые нет. Кто прав, а кто виноват, сейчас и не выяснишь. Но известно одно, что водителям и кондукторам нужно быть терпеливее к своей работе. Асель Цазамбаева, Жасулан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В Карагандинской области в городе Каражал машина скорой медицинской помощи перевозила не людей, а металлолом. Работников местной больницы запечатлели на камеру очевидцы. Областной департамент здравоохранения подтвердил данный факт. Говорят, что в Каражальской больнице ведутся работы по замене труб. А на тот момент срочно нужно было вывести металл. И так как другой машины не нашлось, медработники были вынуждены ввести металлолом на машине скорой помощи. Однако в интернет-пространстве это видео вызвало шок у людей. Они активно комментировали работу медперсонала. В больнице города Каражал на данный момент ведется замена теплосетей. И для перевозки используется машина скорой помощи, так как других машин нет. Но перевозки производятся только после 18:00, и это никак не влияет на качество работы медперсонала. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 17 по 30 июля. Газированные напитки в ассортименте 1,5 литра – 189 тенге. Средство для стекол «Клин» 500 мл – 399 тенге. Макароны «Борис» – 1 кг – 135 тенге. «Сервелат» – 1 кг – 995 тенге. «Скиф» – просто сравни цены. В Карагандинской области пустующие земли в скором времени будут реализованы. Для этого уже сейчас разрабатываются планы проектов и готовится карта земельных территорий. Именно этот вопрос стал главным обсуждением на очередном заседании комиссии по вопросам предпринимательства, которое состоялось под председательством акима области Ерлана Кушанова. Также в ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы в сфере бизнеса по региону. В завершении заседания были вынесены соответствующие решения. Проблема пустующих земельных участков рассмотрели на заседании комиссии по вопросам предпринимательства в областном акимате. В частности, по городу Караганды уже в настоящее время совместно с палатой предпринимателей размещены 110 свободных участков в приложении ТУГИС. Карта свободных участков находится в общем доступе в Центре обслуживания предпринимателей. Кроме того, прорабатывается ее размещение в свободном доступе интернет-пространства. По остальным городам и районам ситуация следующая. На официальных сайтах акиматов информация о свободных земельных участках сейчас имеется. Город Темиртау, Приозерск, Сатпаев, Шахтинск, Жезказган, Сарань, Бухаржировский район, Ахтугайский район, Чедский район, Каркаралинский. У остальных информация либо отсутствует, либо ссылки на сайтах пустые и неактивные. Учитывая техническую сложность вопроса, предлагается дать время до следующего заседания городам и районам, у которых нет данных на сайтах, по свободным участкам доработать и отчитаться. До конца текущего года по основным городам области, такие как Балхаш, Жезказган, Темиртау и Караганда, будут разработаны специальные карты с доступными участками, с наличием инфраструктурных мощностей. Кроме того, глава города Нурлан Аубакиров заявил, что 31 июля текущего года 19 земельных участков будет продано с аукциона. В июле
31 числа. И вот, где это? Это разные участки в разных районах города и разным целевым назначением. 31 июля 19 участков мы продаем и планово раз в месяц по накопительной будем продавать с аукциона. Земельных аукционов. Вот поручаю заместителю акима области Шайдарову совместно с акимом города Караганды Аубакировым, с палатой предпринимателей продолжить работу в данном направлении. И я возьму этот вопрос на особый контроль. Кроме того, на совещании обсудили еще один проблемный вопрос, который касается обслуживания в общественном транспорте. Ведь на протяжении нескольких лет от горожан поступают многочисленные жалобы на водителей и кондукторов городских автобусов. По данной теме выступил с докладом директор Ассоциации автотранспортных предприятий области Айнизин Буралкин. Мы думаем, что у исполнительного органа и у перевозчиков единая миссия – это оказание высокого уровня культуры обслуживания пассажирам и качества транспортных услуг населению. А конечной целью исполнительного органа и перевозчиков должна быть единая – это полное обновление парка автобусов и укомплектовать автобусы квалифицированным водительским составом. Это два основные краеугольные вопросы пассажирского общественного транспорта. Почему мы сегодня не добились этой конечной цели? Потому как местный исполнительный орган и перевозчики согласованно не решили пути достижения этой конечной цели – обновлять парк автобусов и укомплектовать автобусы профессиональными водителями. И последний вопрос, который рассматривался на заседании, это создание бизнес-инкубатора на базе простаивающихся площадок промышленных предприятий. Темиртауский электрометаллургический комбинат владеет крупной производственной базой химико-металлургического завода площадью 76 гектар. Здания, не участвующие в технологическом процессе комбината, могут стать отличной площадкой для развития любого бизнеса. Это отметил в своем докладе директор акционерного общества Дархан Баянов. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» владеет крупной производственной базой химико-металлургического завода площадью 76 гектар в западной промзоне города Темиртау, на которой расположены производственные, административные здания, а также склады. Здания, не участвующие в технологическом процессе АО ТМК, могут быть использованы субъектами бизнеса для реализации индустриальных проектов в любой области промышленности. В качестве пилотного проекта мы хотим предложить субъектам бизнеса 5 зданий. Вот на схеме они представлены. Вот преимущество их, что они расположены вдоль периметра и имеют возможность организовать отдельный въезд и ограждение, если такая необходимость будет. В последующем, при наличии спроса на производственные и административные здания, данный список объектов может быть расширен с учетом конкретных потребностей субъектов бизнеса. После того, как обсудили все вопросы, глава региона Ерлан Кошанов дал ряд своих поручений и внес некоторые предложения. Работу по выявлению свободных площадей, имеющихся в наших регионах, необходимо продолжить. Должна быть обратная связь. Я прошу палату предпринимателей. Да, здесь по аналогии с картой свободных земельных участков сделать карту свободных помещений. Да, свободных помещений с указанием условий их получения. Балапик Гизач. Тогда все вопросы мы рассмотрели сегодняшнего заседания. Я думаю, между заседаниями работа должна продолжаться, инициативная группа должна работать, рабочие группы должны работать. Асель Сазамбаева, Жасулам Аклубеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Шахтерскую столицу с рабочим визитом посетил председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева. Целью поездки было подписание меморандума с акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. В ходе встречи были обсуждены вопросы состояния накопительной пенсионной системы в целом и охват ею жителей области. В областном акимате глава региона Ерлан Кушанов встретился с председателем правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Нурбиби Наурызбаевой. В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и взаимодействия по повышению финансовой грамотности населения, вопросах вовлечения в накопительную пенсионную систему, модернизации пенсионной системы, возможности сервисного обслуживания и другие вопросы. Это сотрудничество является важным для нашей области. В первую очередь, наш регион имеет высокую долю вовлеченности рабочего населения в накопительную систему.
В целом по области открыто чуть более 900 тысяч счетов, а сумма накопления карагандинского вкладчика превышает 640 миллиардов тенге. Да, стоит отметить и лидерство карагандинского области по количеству счетов для обязательных профессиональных пенсионных взносов. Доля региона составляет более 20%. И мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с единым накопительным пенсионным фондом. Нурбубина Урызбаева совершает поездку по всем регионам республики, проводя разъяснительно-информационные работы. На этот раз рабочая поездка была в шахтерскую столицу. По всей республике работает 231 центр обслуживания ЕНПФ. В Карагандинской области работает 18 подразделений фонда. По области уже с начала года было проведено более 200 тысяч операций. Это в первую очередь повышение открытости фонда, прозрачности фонда, усиление системы внутреннего контроля, управления рисками фонда, которые, по сути, и явились причиной некоторых событий, которые произошли в фонде, также улучшение качества персонала фонда, оптимизация бизнес-процесса фонда. Мы эту работу уже начали проводить. Вот первым с начала года мы провели полную оптимизацию бизнес-процессов, в результате чего нам удалось сократить 290 единиц численности фонда. За счет этого многие неэффективные процессы, дублирующие процессы были исключены, были сокращены уровни управленческого персонала. И эту работу мы дальше будем продолжать. По результатам проведенной встречи был подписан меморандум между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и акимом Карагандинской области. Сотрудничество предусматривает совместные меры по решению вопросов. Также, согласно меморандуму, ЕНПФ будет проводить информационную и разъяснительную работу среди жителей области, на предприятиях и в организациях, публиковать материалы в местных СМИ. Гульнур Жакен, Ажар Агибаева, Жасулан Макубеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. С 1 июля текущего года в стране началось внедрение системы обязательного медицинского страхования. И поэтому во всех учреждениях, больницах и поликлиниках проводят информационно-разъяснительные работы с населением и с врачами. Такую работу провели и в родильном доме по улице Ерубаева. В родильном доме по улице Ерубаева врачи-эксперты провели информационно-разъяснительные работы для рожениц. Основной аудиторией были первородки, которые еще не знают о своих преимуществах в системе медицинского страхования. Среди слушателей была и Айжан Нургалиева. С нами была проведена беседа о бесплатном социальном медицинском страховании. Было подробно рассказано, какие категории граждан входят для получения от государства бесплатной медицинской помощи. Было подробно рассказано, что входит в пакет, страховой пакет. Я очень рада, что народ может получить от государства бесплатную медицинскую помощь. И обязательно расскажу об этом своим родственникам, друзьям и знакомым. Для информирования населения уже с прошлого года проводятся различные мероприятия. Раздают буклеты и проводят лекции, отмечают врачи-эксперты. У граждан есть время до 1 января следующего года определить свой социальный статус. Для этого достаточно предъявить удостоверение личности. И уже с 1 января 2018 года начнется деятельность фонда. Врачи-эксперты областной больницы проводят разъяснительные беседы. В частности, допустим, сегодня мы проводили беседы в отделении физиологии и патологии беременных, где пациентки задавали вопросы, кто непосредственно будет оплачивать взносы за страхование, медицинские взносы. В случае рождения ребенка женщинам разъясняется, что до достижения ребенка трехлетнего возраста взносы осуществляются за счет государства. Взносы и отчисления в специальный фонд будет платить каждый житель республики. В исключительных случаях пополнять фонд будет государство. В этом списке 15 категорий. Это дети, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной, пенсионеры, многодетные матери, беременные и находящиеся в декрете, осужденные и так далее. В остальных случаях работодатели будут отчислять 1% относительно заработной платы каждого конкретного сотрудника. Ажар Агибаева, Гульнур Жакен, Жасулан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансау Бомстер.